В рамках Олимпиады пяти инициатив определены победители финального этапа состязаний по кураж среди молодежи на Кубок прокурора. По итогам, лучшим в своих категориях в праздничной обстановке были вручены ценные призы и памятные подарки. Кураж – уникальное национальное достояние узбекского народа. В последние годы он укрепляет свои позиции на мировых аренах, привлекая все больше и больше внимания любителей спорта. Достойна внимания проводимая работа по включению куража в программу Олимпийских игр. Важным этапом на пути к достижению намеченной цели стало постановление президента о мерах по развитию и дальнейшему повышению международного авторитета национального вида спорта кураж. В целях реализации задач по популяризации этого спорта стартовала неделя куража. Началась она с республиканского этапа соревнований на Кубок генерального прокурора, проводимых также в рамках Олимпиады пяти инициатив. Выступившие на церемонии открытия мероприятия отметили проводимую по инициативе главы государства работу по продвижению, развитию и становлению в мире нашего национального вида спорта кураша, воплощающего в себе национальные ценности, в частности мужество, отвагу, патриотизм и гуманизм, а также превращение кураша в жемчужину мирового спорта. Данный чемпионат охватил порядка 400 тысяч молодых людей из 9350 махалей. Любовь к национальному спорту мы должны прививать детям с самого юного возраста. Масштабность политики главы нашего государства в области продвижения спорта и здорового образа жизни подтверждают и сегодняшние соревнования. Посмотрите, как полон зал. Здесь царит невероятная атмосфера. Думаю, это только начало. Такими темпами мы сможем достичь еще больших успехов. Важен каждый этап этих соревнований, призванный обеспечить здоровую конкуренцию среди молодежи и повысить их интерес к этому виду спорта и в целом здоровому образу жизни. Высокий уровень организации этого первенства подчеркнули и представители Международной ассоциации кураша. Считаю, что это очень хорошая инициатива. Благодаря подобным соревнованиям страна не только популяризирует свое национальное достояние, но и формирует в обществе, особенно среди молодежи, здоровую конкуренцию, повышая их интерес к занятию спортом. Радует и то, что Международные ассоциации кураша и Федерации кураша Узбекистана в последние годы проводится очень много соревнований и международного уровня. Конкуренция, нужно сказать, весьма серьезная. Каждый участник показал довольно высокий уровень подготовки. По итогам соревнований сборная Сурхандаринской области, завоевавшая 6 золотых и 1 серебряную медалей, получила главный трофей – Кубок генерального прокурора. Победители и призеры награждены денежными призами и памятными подарками организаторов. В весовой категории 48 килограмм я заняла 3-е место. Масштаб работы, нацеленный на популяризацию кураша и в целом спорта, огромный. Благодаря чему растет число и девушек, желающих покорять все пьедесталы. За этим стоит огромная забота, оказываемая со стороны главы нашего государства. Мероприятия в рамках недели кураша продлятся до 17 ноября включительно.